мы очень надеемся, что сегодняшний день добавит доброты и мира в отношения между людьми и в Российской Федерации, и в других странах. И дай Бог, чтобы эта трагедия никогда не повторилась, и даже ничего подобное к ней никогда больше не повторялось. Это одна из задач памяти Дня Холокоста и одна из целей, для чего проводятся подобные мероприятия. 27 января 1945 года войска Красной Армии остановили печи в Освенциме, Аушвиц и Биркенау. Мы вспоминаем жертв, вспоминаем людей, которых смела бездна безумия. Мы вспоминаем спасителей. Мы вспоминаем партизан, участников сопротивления. Вспоминаем восставших в концлагерях и в гетто. Мы вспоминаем в этот день тех, которые выжили и смогли продолжать жить. Мы благодарны им, благодарны тем, кто помнил, благодарны тем, кто напоминал, благодарны тем, кто оставил в вечности это страшное напоминание, которое, к сожалению, все чаще и чаще опять забывается. Люди продолжают гибнуть, людей продолжают убивать. Людей продолжают убивать только из-за их происхождения, только из-за их расы, только из-за их вероисповедания. Миллион людей во всем мире подвергаются дискриминации в силу того, что они всего лишь такие, какие они есть. И в этот день нам важно не только вспоминать, но и напоминать себе, что слова «never again» никогда больше не должны оставаться пустым лозунгом, не должны всего лишь сотрясать воздух. Мы должны сделать все от себя зависящее, вспоминая в этот день 27 января, помнить каждый день «never again».